прочитай. О, ребята, всем здорово, Саныч на связи. Помните, этот был такой наркоман Павлик, да, какого-то? А ты нас не сожрешь. Я просто процитировал сериал. И не надо мне тут сейчас какие-то аналогии проводить. Я просто его спросил. Помните, такой был сериал «Наркоман Павлик», да? Вот, ребята, у меня был такой... Для тех, кто не прочитал, типа, когда ты знакомишься по инсте, типа, да, вот такая вся-то миленькая-миленькая, да, вот. Но в реальности парня ожидает сюрприз, как бы, да? Вот, как бы, ну, кому-то нравится, это стоит подчеркнуть, да. Но у меня был такой личный случай, ребята, я не помню, по-моему, ВКонтакте, я как-то на стриме-то рассказывал. ВКонтакте познакомился с чаечкой, там, фотки, ну, просто, ну, такая прям вся обалденная, как бы. Я свои реально, конечно же, отправил, то есть, ну, все нормально, давай встречаться, давай. Прихожу, ну, примерно что-то вот подобное, такая вот барышня примерно была, да, как бы. Я пришел, ну, пару минут я посидел, ты как Кока-Колы не хочешь? Она, да нет, а я хочу пить, я, ну, этот, бежал к тебе на свидание, я запыхался, пошел за Кока-Колой, до сих пор там я, короче, до сих пор я хожу. Ребята, так делать нельзя, так делать нельзя, нужно посылать свои реальные фотки, это 100%. Вот там, красивый ты человек, некрасивый, в любом случае обманывать нельзя, обманывать это плохо, иначе получится, что человек просто пойдет за Кока-Колой, ну вот как-то так.